Так, зайдем в e-vape. Тут, по-моему, что-то новенькое завезли. Так, дверь закрываем за собой, конечно же. Ну, нормально, e-vape открылись недавно они. Ох, какой здесь выбор. Вапорес, Ичерон, Кнайт. Жижа вон всякая. Здорово, барыга. Что ты предложишь, что у тебя в магазине есть? Так, значит, Пасита, Аегис, Хиро, Чирон, Вапореса. Ну, давайте, знаете, Пасита возьмем. Вот. Ну, нифига себе такой. Попробуем. Ну, нормально, нормально так. Нехило, нехило. Ну, ребят, кто не понял, это, короче, мод на вейпы. Вот так вот выглядит затяжка. И хотел бы сказать то, что это все работает на с помощью текстур пака и командных блоков. Подробно, прям, типа, все, как точнее работает, я вам покажу в своем телеграм-канале, когда наберете там 160 подписчиков. Я вам скину даже команды вот этого работника, команды с командных блоков. Вот, смотрите, вот, ребята, вот эти командные блоки, вот как это работает схема. Также с этим модом еще идет деньги, но деньги это не, это отдельный мод. Можете на моем канале посмотреть. Также с этим модом идут у нас, вот, энергетики, кириешки, чипсы, телефоны. Но хотел бы сказать, телефоны не то. Также есть вот такой мистери бокс, но если вы его поставите и сломаете, с него выпадет очень много электронок, и вас подогнет, так что не пользуйте его, не пользуйтесь им. Водка, тут энергетики, довольно много всего. И повторюсь то, что слив будет в моем телеграм-канале, ссылка на мой телеграм-канал в комментариях, а также в описании, когда наберете там 160 подписчиков. Я вам скину там все ссылки с того барыги, все, точнее, команды с этих командных блоков. Ну, а также это мод и текстурпак одновременно. Текстурпак на электронке и вот такой вот мод на энергетики всякие, да. Вот водочка, смотрите, как она работает. Оп, все, вы слепые, вот только вот землю видите. Оп, ну, она на пару секунд накидывается и все. В своем телеграм-канале я покажу вам все команды этих командных блоков. Также скину, точнее не покажу, а скину вам гайд, на какие командные блоки, в каких командных блоках, какие команды, а также скину вам команды с того барыги. Так что подписывайтесь на мой ТГ-канал, там множество модов всяких прикольных я скидываю, и довольно много всего там, вы там узнаете всякие новости. Вот недавно я кидал гифку, как я затягивался с этого пасита. Ну, короче, все будет в моем телеграм-канале. Вот смотрите, кстати, как телефоны выглядят. Так, куда его? А, вот. Видите, они огромные, вот. Просто вот как первоклассник какой-то. Типа вот так вот. Можем это текстурпак, а если человек постарается, то это уже будут мод. Также тут мой тотем бессмертия, ну типа с моим скином. Это так, чисто, чтобы кто-то знал. Вот смотрите, это текстурпак на мечи. И еще жижа, это мотыга, по-моему. Тут вот разные вапоресики, чарончики и вот это все. Ну, в принципе, в целом-то сам это офигенный мод, да. И, кстати, вот эту карту почти достроили, ну, как почти, ее еще делать и делать, но, может быть, скоро сделаю обзор на эту карту. Ну, а в целом на этом все. Я вам показал почти все, вроде бы. Вот, всякие дудки, тут вапоресик, Аегиса 2, это чё? А, это Аегис тоже. Ну и жижа. Тут получается Киллер Пуф. Вот это. Потом идет Хаски Премиум. Подонки. Подонки же. Да, подонки. Потом тут еще банка Бошки. Анархия. И большая банка этих Бошек. Да, это Бошки жижа называется. Большая банка. В целом вот так вот все выглядит. Нормально тогда, скажите же. Я постарался. Ну, короче, слив будет в моем телеграм-канале на 160 подписчиков. Я вам скину там полный гайд на команды, какие в каких командных блоках. Также, если захотите, то я могу в телеграм-канале показать вот этого челика команды, вот этого барыги.
Ну что ж, мои дорогие друзья, на этом наш данный видеоролик подходит к концу. И на сегодня я вам показал вот так, вот такой мод на электронки. На электронки, на вейпы, на поды. Также в этом моде еще есть жижа. Смотрите, кстати, вот в Апареса он проделан здесь нормально так. Он как будто поняли 3D-шка. Но все равно они довольно большие, как будто я первоклашка какой-то. Ну вот так вот выглядит, вот так вот дым исходит. Ну, в целом все нормально. Ну а на этом наш данный видео подходит к концу. Повторюсь, то, что слив будет в моем телеграм-канале, когда наберете там 160 подписчиков, там где-то человек 10 надо подписаться. И я вам скину полный гайд, какие там должны быть, будут, в каких командных блоках, какие команды. Также скину команды с этого, с барыги. Ну и на этом все. Всем удачи, всем пока.